Вторая часть распаковки. Гуманитар АИ от моей подруги из Америки. Летела самолетом. У нас здесь гремит, у нас здесь бомбы падают, все, а у нас посылочка из Америки, и мы не боимся ничего. Сейчас мы узнаем, что внутри. При ведущей посылке нам уже попался американский футбольный мяч, что нам очень поможет на детском мероприятии. А в этой коробке я даже не знаю, что. Это такой себе лут-бокс из Америки. На самом деле я-то подозреваю, что там, но я не буду вам говорить. Но пока что очень крутой американский флаг рядом. Это прям вау. Так, а здесь нас встречает елки-палки. Целая гора настолок прямо сходу. И первая крутая настолка — это Каркуша. Вот она в русском переводе. Это Каркуша, офигенная настольная игра для деток. Минимум правил, максимум эффекта. Flip Out. Что-то знакомое, но не помню, но очень антуражное, потому что с подставкой. Вот то, что мы ждали с мамой, но я это достану чуть попозже. Игра сет. Обратите внимание, в пластике. У нас она в картоне, причем в дурацком продается. Между прочим, на барахолке вот эта штука стоит 2,5 косаря. Нам ее прислали просто так, потому что у них она стоит 3 доллара. Но вот то, что мы с мамой ждали долго. Мы бегали за этим. Это наборы аквагрима. Посмотрите. Причем это фирменный американский, а не китайская подделка. На целую гору цветов. Здесь набор аквагрима с... Ух ты, как запакованный. Перепаковали так надежно, чтобы точно доехало. Здесь аквагрим сразу с кисти. Причем оно вот так вот и продается. Аквагрим, палеточка и кисти. Сейчас давайте одну откроем. Просто страшно открывать. Вот так вот это выглядит. Спасибо огромное, потому что нам этого хватит на ближайшие 100 праздников. На всю жизнь. Дальше. Еще аквагрим с трафаретами. Еще кисти. Трафареты. И еще аквагрим на 12 цветов. Елки-палки. У нас один цвет. У нас 6 цветов стоит 350 гривен. Здесь 12 цветов стоит 4 доллара. Еще аквагрим. Еще аквагрим. И еще аквагрим. Причем, посмотрите, этот упакован дико пафосно. Не поймите неверно. Максимально блатной. Вот. Сейчас мы узнаем, что там внутри. Посмотрите, с рекламкой. Каждого цвета, обратите внимание, сколько его. У нас продается по 6 грамм. Здесь вся эта штука весит грамм. Вся эта штука 80 грамм. Это прям ничего себе. Приличная вещь. Не поймите неверно. Я прям благодарен. Спасибо огромное. Вот. Давно хотел эту игру, продавалась за дикие деньги у нас, а у них оно просто валяется на мусорке, грубо говоря. Ну как, в подвале, но у них это уже отыграно. Блокус. Офигенная штука для детей, антистрессовая. Собрал и пускаешь шарик. Магнитные кольца. Офигенная тема. Ingenious. No comments. У нас она даже не продается. У нас просто на старых игротеках тоже передавали в свое время, там, в гуманитарке в Америке в 90-е. Имхотеп. Это раритет издания. Я не знаю. Мне прислали здесь целую гору настолок. Это такой уже больше настольный обзор. Антистрессовая, проведи ручкой. Еще краски. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 комплектов красок. Можем покрасить хоть целую армию. Джековский набор с детской настольной игрой шикарные. Они, ну, во-первых, редкие, во-вторых, дорогие. Shemley & Shine. Алиса, мы уже идем к тебе играть. Это, ну, я мне с дочерью играю, как минимум. Domino Maze. Прикольная антистрессовая штука для детей. Sum Swap. Джековская, честно, даже не видел. Но ходилка-бродилка на максималках. Quicks. Антистрессовая штука, вообще шикарная. Оу, класс. Видел эту штуку как-то раз, обзорчик. Снап. Змеи и лестницы на максималках, судя по всему. Там на дне что-то хитрое лежит. Антистрессовые кубики. Упаковали меня по полной. Коридор. Между прочим, коридор дико дорогая и редкая штука. Здесь она просто есть. И что-то, судя по всему, для вас. Фазы 10. Я только недавно думал ее покупать для детских игротек. Мне ее просто прислали. И что-то по списку, но не по значению. Целый
антистрессовый конструктор, это то, что для инклюзивных деток. Собирай, не хочу. Прям огонь. Ну, у меня у самого инклюзивный ребенок, это очень важно для меня. Вот такая вот офигенная распаковка, рокировки. Спасибо огромное.